Всем привет, рада видеть вас у себя в гостях. Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на канал. Также мне приятно, что появляются новые подписчики. Спасибо вам огромное, вы очень помогаете развитию моего канала. Кстати, заглянув в статистику, 60% меня смотрят без подписки, так что обращаюсь именно к вам. Пожалуйста, не забудьте подписаться, так вы не пропустите мои видео. На эти дни я пропала совсем, снимать было нечего особо, рассказывать тоже. Как я уже говорила, что Вика разболелась. 3 дня у нас был вообще постельный режим, мы лежали с температурой. Ну и получше ей стало, остался только кашель. Но подхватил Максим. Максим, конечно, первый раз у меня так здоровски заболел, пришлось вызывать даже скорую. Съездили в больницу, но, слава богу, ничего такого страшного не было. Нам просто назначили лечение, мы сейчас лечимся дома. Также все как у Вики, температура, кашель. Делаем ингаляции с лекарствами, про лекарства можете даже не спрашивать, писать про лекарства никому ничего не буду, потому что все-таки это назначает уже каждый доктор индивидуально. Ну а сегодня что, будем убираться, потому что эти дни я дома абсолютно ничего не делала, полно работы у нас, так что давайте заряжайтесь на мотивацию и погнали.
adventure. Собралась сделать сегодня шаурму, хотела показать, в общем, все разложила. Вот. Красиво не получилось. Получилось все, как обычно. We're here now, let's party again.